68 регионов страны в пятницу почти одновременно врезались в федеральный эфир общественного телевидения России. Теперь актуальные новости и вся важная информация о жизни родного края стали еще доступнее для жителей. Коллектив Сейма работал над первым цифровым выпуском новостей, не жалея силы времени. Для наших зрителей мы готовы почти на все. Каждый день не просто делимся информацией, а рассказываем о том, что действительно близко и важно каждому. Сейчас много мы говорим об открытости на всех уровнях, и начиная от президента и заканчивая любым там сельским советом. И, конечно, честное, качественное, своевременное предоставление информации нашим жителям, где бы они ни находились, это миссия, которую нужно выполнять. И, на мой взгляд, наши региональные средства массовой информации на территории Курской области в большинстве своем справляются с этой задачей. Значимость регионального телевидения состоит в том, что это зеркало, в котором отражается живой ритм региона. Это новости, которые рассказывают о хорошем и плохом, о достижениях, и не только о них. Мы рассказываем региону о том, как он живет, потому что у каждого человека есть своя жизнь, своя работа, и он не знает, что происходит в соседнем селе или в соседнем городе. Наша задача в режиме реального времени рассказать историю региона тем, кто ее делает.